Уже вторые сутки над головами жителей приграничных сел Курской области проносятся военные самолеты, раздаются взрывы и слышны залпы снарядов. По данным Минобороны России, в Суджинский район 6 августа вторглись подразделения ВСУ. Почти 300 военнослужащим при поддержке 11 танков и 20 бронемашин уже удалось закрепиться в селах Николаево, Дарьино, Дарьино и Свердликово. Кроме того, бои сейчас идут в Гончаровке и Олешне. Еще около 2000 украинских военных сосредоточены вдоль границы. В настоящий момент обстановка на границе напряженная, оперативный штаб переведен в круглосуточный режим, постоянно взаимодействие с силовиками, Министерством обороны, пограничниками. На границе идут бои. Население, которое покидает приграничные районы, мы встречаем. Российские источники утверждают, что одной из целей украинских войск может быть уничтожение газоизмерительной станции «Суджа», через которую «Газпром» подает газ в Европу. Власти Курской области сообщили, что во время атаки трое жителей «Суджи» погибли, больше 20 человек пострадали. Кроме того, за ночь над регионом были сбиты две ракеты и 4 украинских БПЛА. Украина бои в Курской области до сих пор никак не комментирует. У нас с вами большая повестка по основным направлениям деятельности правительства, но начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, Министерства обороны, Генеральным штабом, ФСБ, имея в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности. И заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области. Но хотел бы сказать, что по итогам разговора, моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области, даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. И правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича. Салам алейкум. Кече Украина харбилары, яни Украина армиясы Россияның Курск вилаятыга кирип келгенлиги ва бир канча аҳоли пунктларын эгерлегенлиги ҳақидаги маълумотлар тарқалды ва тасдиқланды. Энди хоп, бундан нима хулоса кылсак болады? Көпчүлүк айтышы мүмкүн, бу Украина Россия ичкерилгесе кирип барады ва яны Россия Украина урушу башкача түскө кирди. Лекин мен мындай деп ойлобаган болардым, чүнки Россия ва Украина томону хам, экелеси хам оша музакараларга тайяргарлыгын маалым кылган эди. Айрыкча Украина томонунан ва бу музакараларда Украина Россияга кандайдыр талап коюш керек. Талап коюш үчүн унда кандайдыр бир omillar bo'lish kerak, ya'ni agar degan so'zni ayta olish kerak bo'ladi va mana shu Ukrainada mana shu agar degan masala yo'q edi hozirgacha. Ya'ni agar sen bizning hududlardan chiqib ketmasang, biz mana bunday qilamiz degan masala, ya'ni shart qo'yish imkoniyati cheklangan edi Ukrainada. Mana shu omilni kuchaytirish va agar degan shartni qo'yish uchun ham men o'ylayman Kursk viloyatiga kirildi va bu endi o'sha Kursk viloyatini to'liq egallanishi yoki Rossiyaning keyingi hududlariga kirib kelish masalasi davom etadimi desa, bu juda ham qiyin, chunki Ukraina hududida urush bo'lib turibdi. Birinchi navbatda o'zini hududidagi urushni masalasini hal qilish kerak Ukraina. Butun kuchini, butun armiyasini Rossiyaning ichiga kirib keladigan mana shu loyihaga yoki operatsiyaga bag'ishlash imkoniyati yo'q hozir Ukrainada. Faqatgina o'sha shartlar qo'yilishi va butun dunyoga hali Ukraina mag'lub bo'lmaganligini ko'rsatish va kuchi bor ekanligini ko'rsatish amalga oshirildi. Ikkinchidan, Ukrainaga bugun juda ham katta ta'sir o'tkazilgan hamjamiyatiga va bu hamjamiyatini ilhomlantirish va
o'sha jangga kirish uchun va o'sha oxirgi qon uchun har bir ukrainalik tayyor ekanligini ko'rsatish uchun ham va o'sha ozgina bo'lsa ham motivatsiya berish uchun, kuch berish uchun hali Ukraina armiyasi o'lib qolgani yo'qligini ko'rsatish uchun ham men o'ylayman bunday xatti-harakat amalga oshirildi deb o'ylayman. Ras, agar shunday amalga oshirilgan bo'lsa, demak, Ukrainada hali imkoniyatlari bor va bu o'sha muzokaralar stoliga o'tirishga qandaydir turtki beradi endi, agar shuni ushlab qola olsa. Agar lekin ushlab qola olmasa, bu hududlarni juda ham qiyin bo'ladi Ukrainaga, chunki oxirgi kuchini tashlagan u yerga. Oxirgi kuchini ham agarda Rossiya tomonidan to'g'ri keltiriladigan bo'lsa, muzokaralarda juda ham ko'p o'ziga salbiy ishlab beradi bu operatsiya. Agarda oxirgacha ushlab bera olmasa, o'sha yerda ushbu ishini boshlagan nuqtasi oxirgacha ushlab tura olmasa, endi muzokaralarga u nol balans bilan kirgan bo'lsa, minusga ishlab ketishi mumkin. Ushlab tura olsa, muzokaralarda agar degan talablarni qo'ya oladi Rossiyaga. Juda ham qiyin Babank o'yinga kirildi hozir. O'ylaymanki, nima bo'lganda ham odamlar qurbon bo'lishi tinch aholi o'rtasidagi ikki tomondan ham yo'qotilishiga yo'l qo'yilmasligi kerak va shunday bo'lib qoladi. iyul kuni AQShning hozirgi prezidenti va prezidentlikka nomzod Jo Bayden kelgusi saylovlarda ishtirok etmasligini ma'lum qildi. Donald Trump uchun endi haqiqiy raqib bo'la oladigan nomzodni tayinlashlari kerak. Jozef Baydenning nega o'zi chiqib bayonot bermadi degan savol ularni juda ham ko'p qiynayapti. Respublikachilarga qandaydir bir zarba bo'ldi, chunki ular Jo Baydenni kutishayotgan edi. O'z bayonotida Bayden vitse-prezident Kamala Harrisni partiyadan prezidentlikka nomzod bo'lishini ma'qulladi. Ha, o'z umuman Rossiyaning harakatlari ham bizni ajablanmaslikka o'rgatdi. O'zining birodari bo'lgan Ukrainaga agressiyasidan keyin umuman ishonch qolmadi. Mana shuni unutmaslik kerak. Bugun Kamala Harrisni Trampni yuta olmaydi deyotgan tahlilchilar bir narsani hisobga olishi kerakki, o'z vaqtida Kamala Harris Biden bilan birgalikda Trampni va uning komandasini yutgan. Obro'si oshishi uchun uni 4 oy davomida prezident bo'lish kerak. Oy, Rossiya migrantlarga yaxshi munosabatda bo'ling, bilib bo'ladimi, ertaga migrantlardan biri Rossiyani boshqarishi mumkin.